предыдущей битве победил Иван Гай. Сегодня Иван Гай против Брайана. Ну здравствуй, Ваня, я помню, как ты стиль мой стыбзил. Давай еще поспорим, кто из нас двоих неискренний. Тебе должно быть стыдно, ты кинул своих гайсов, а я номер один, хоть в этом-то признайся. Я заглянул в твои комменты, тебя не уважают, плюют лицо тебе, зато меня все обожают. Пусть Лололошка проиграл, но это так, разминка. Сегодня я смахну тебя, как попавшую соринку. Ой, Максим, ты успокойся, ведь и так все знают, что ты всего лишь номер два, который никак не цепляет. А я Рудской и Ваня, самый популярный блогер. На моем видео рекорд дизлайков и как-то похер. Рома плакал сильно, что не одержал победы. Ну а тебе вообще поберечь бы свои нервы. Ведь если так по-честному, у тебя шансов мало. Маленький Максимка, давай обойдемся без скандала. Знаешь, я номер два только в твоих мечтах. Свои 16 миллионов будет скоро два. Ты популярный только в садике скорее. А Брайана смотрят все и от меня балдеют. Кто выиграл? Решать тебе.